первых минут начала торжественного мероприятия можно было с уверенностью сказать, что праздник получится незабываемым. В качестве ведущих известны белорусские артисты эстрады, световое шоу, которое преобразило сцену городского дворца культуры до неузнаваемости, и, конечно же, оригинальная постановка каждого номера с участием цирковых артистов и танцевальных групп столицы. Словом, руководство предприятия сделало для своих работников не просто подарок, а подарок, достойный их результатов. Результаты у этого 2000-го коллектива действительно впечатляющие. За сравнительно небольшую историю своего существования открытое акционерное общество из обычного шахтостроительного управления выросло современное многопрофильное предприятие. А еще это настоящая белорусская школа шахтостроения, а об успехах которой знают не только в нашей стране, но и за рубежом. Обо всем этом говорилось в поздравительном обращении председателя Совета Республики и Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича. Следует особо отметить ваш значительный вклад в строительство Горлыкского горнообогатительного комбината в Туркменистане. Уверен, что и в дальнейшем Трест «Шахтоспецстрой» будет достойно выполнять поставленные задачи и решать вопросы развития своего предприятия и повышения благосостояния трудового коллектива. Успехами шахтоспецстроевцев в Горлыке был впечатлен и министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Черный. Его приветственное обращение предприятию юбиляру зачитал представитель министерства. Сегодня вы преуспеваете не только в деятельности горного комплекса, но и в гражданском промышленном строительстве. Безусловно, впереди у вас новые цели, новые масштабные проекты. Нет сомнения, что знания, опыт, ответственный подход к делу будут содействовать их достижению и помогут повысить конкурентоспособность отечественной горнодобывающей промышленности. И все благодаря высокому профессионализму, интеллектуальному потенциалу и творческому энтузиазму всего коллектива, и в том, что это прославленное предприятие будет не менее успешно в выполнении новых задач, нет никаких сомнений. Взять хотя бы результаты последних 2 месяцев. Вы вложили в предприятие 25 миллиардов уже инвестиций, буквально за 2 месяца. И буквально вот вчера-сегодня вы перечислили бюджет 8 миллиардов на староденье только налога на прибыль. Я благодарен вам за ту спонсорскую помощь, которую вы оказываете в социальной сфере. Мы благодарны за вашу работу и поздравляю вас с этим прекрасным юбилеем. Поздравления сменялись награждениями самых лучших работников коллектива, чьи трудовые вехи достойны самых высоких похвал и наград. Это и нагрудный знак, гоноровый будауник, благодарность министра архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также почетные грамоты самого министерства, благодарность председателя Минского областного комитета и почетные грамоты Солигорского райисполкома и, конечно же, одна из высочайших наград – знак шахтерской славы 3-й и 2-й степени, который вручал председатель Совета директоров Трест «Шахтоспецстрой» Валерий Старцев. И все же главной мыслью мероприятия стало то, что ценится в этом коллективе больше всего. Это чувство единства и удивительной взаимовыручки, которые присущи только настоящей семье. Ценить дружбу, благополучие для в семье и лично для каждого. Всего наилучшего. Ну а завершением праздничной программы стало выступление популярных российских артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина. Наверняка впечатлений от мероприятия у его участников хватит на целый юбилейный год. Это не то, что мы были со мной.